Уже попалить, наверное, за свою соседку из Америки. Нет, вот американка есть, Николс. Вот она, Николс. Американка есть, поэтому... Попрон. Да. И вот обратите внимание, другая абсолютная структура тела, да, высокая девочка, и заявку такую в первой линии, что нас не показывают. Вин задний. Вот второй раз уже, в смысле, вторая линия, вин задний. Это уже преимущество просто, видное, наглядное такое. Вот и прыжок какой откровенный, хороший, в шпагате и в кольцо. Она смотрится намного более выгодно, нежели баланс. Ну, безусловно, вальниска всегда должна быть с рычагами хотя бы. Баланс, я тебе еще говорю, ее замахрили всеми этими быстрыми движениями. И я как раз здесь хотел того постановщика, который ей подобрал музыку, составил программу, они ее спрятали в некоторой степени, ее недочеты. Винтугл? Вот так вот. И еще успевает повоображать, там, пококетничать. Представляете, какие амплитудные... Да-да, какие прыжки откровенные шпагаты показывают. Обычно бывает прыгучая девочка, не растянутая. А это как раз показывает нам сочетание. Ну, два группированных. Ну, вот закончил только вот таким немощным... Немощная акробатика. Да, удивительно. Так. Удивительно, обладая тремя диагоналями винсальта, она делает заключительную диагональ два гладких и... Это странно просто. Да ну что вы, это для меня просто такое приятное откровение. Я ее не видел так внимательно до этого. Вот это была Николс Маргарет, да. И трудность у нее даже 6,2, совсем не слабо. Да. Ну, ростом-то повыше всех. Она приблизительно, как наша Ксения Афанасьева. Да, да, да. Сейчас, кстати, пойдет Ксения. Ну, мы все посмотрели. И сильную японку, Миякаву, и сильную Вэлс мы посмотрели. И не менее сильную Николс. Так что и совсем слабую девочку из Нидерландов это была. А, Эрика Фасана, да. Судя по всему, отпала. Как раз вместо нее Лики Вегера зашла. Итальянка с шестибальной трудностью квалифицировалась. Я ее не вижу в стартовом протоколе на сегодня. Как-то это меня так не волнует вообще, кто там отвалился. Главное, не отвалились лидеры. А это все толпа. Ну, я как-то... Когда вот смотрю финал, там... хочу всех увидеть. Ну, правильно, правильно. Потому что лидеры мне в меньшей степени интересны, они никуда не денутся. Ага, они в любом случае будут. Сделать, у них очень трудные комбинации. Они в любом случае будут. Будут, но я говорю, им надо повторить эту программу. Ну, вот вышла эта сейчас нидерландка, которая в замене пошла. Ну, и могла и делать, и не делать, все равно ничего. Абсолютно ничего. Как кандидат в мастера выступала. Тем не менее. 15:00. Однако. Вот так. Она сейчас идет следом за своей Белс. Однако.